Ну вот, ужин уже почти готов. Коллега, послушайте моего доброго совета. Вам, как ученому теологу, должно быть известно, куда ведет такое количество сахара. Оставьте ваш маршмеллоу в покое, тем более перед ужином. Лучше отведайте вот испеченной на костре картошечки. Только не говорите, что невкусно. Будете моим кровным врагом на всю жизнь. Ну что, невкусно? Это бесподобно. Еще бы. Всякий маломальско уважающий себя мужчина должен уметь готовить на костре. А печеная картошка – это азы начала костровой кулинарии. И еще не обессудьте, коллега, за один совет. Если вас заботит ваше пищеварение, не пользуйтесь гаджетами во время еды. Ни до, ни после. Но ведь другого времени нет. Тогда вообще не пользуйтесь. Те, кто пользуется гаджетами во время еды, не только губят вкус еды, но лишают себя удовольствия человеческого общения. Профессор, вы гений. Вы светило мировой археологии. Ваше предположение подтвердилось. Из лаборатории сообщили, свитку около 2000 лет. Можно еще раз посмотреть, что вы нашли? Да, конечно, уважаемый коллега. Пожалуйста. Это классическая сцена поклонения волхвов младенцу Иисусу. Похоже, рисовано с натуры. Непонятно только, кто вот этот такой. Послушайте, коллеги, а вот эта линия, или может быть трещина, очень похожа на селфи-палку. Если бы не экспертиза, я бы подумал, что так и есть. Вот тут немного смазано, но в общем, по стилю одежды, создается впечатление, что этот представитель древней цивилизации очень на нас похож. И головной убор похож на бейсболку. Похоже, так и есть. Профессор, вы как будто не рады. Ну что вы, коллега, я рад. Но видите ли, в своей практике я привык доверять фактам и, так сказать, артефактам. Так вот, этот свиток, который вы сейчас рассматриваете, и те артефакты, что мы нашли, они подтверждают реальность изображенных здесь событий. Вы понимаете, о чем я говорю? Это значит, уважаемые коллеги, что Иисус действительно родился в Вифлееме. Я же лично в Бога никогда не верю. Считал историю об Иисусе вымыслом. А вы что скажете, коллеги? А мне бабушка каждое Рождество рассказывала о рождении Иисуса в Вифлееме. Но я всегда думал, что это одна из ее многочисленных сказок. Но о Христе дебаты в научном мире не прекращаются. Вы, коллега, как теолог, можете подтвердить? Вы правы. Многочисленные нехристианские источники первого века, такие как иудейский историк Иосиф Флавий, римский политик Плиний, римский сенатор и историк Корнелий Тацит, упоминают Христа и его родного брата Иакова. В вашей археологической сфере до сих пор существует город Вифлеем и церковь Рождества Христова, построенная на месте его рождения. А вот на свитке, обратите внимание, это Вифлеемская звезда. А я недавно натолкнулся в интернете на интересную статью. Христианские теологи предполагают, что это было некое особое явление, так сказать, чудо, сотворенное Богом. Именно для этого события и в этом регионе, если чудеса возможны. Астрономы же и историки говорят, что это могло быть астрономическое явление, взрыв сверхновой, подтверждение чему находят в древних манускриптах Индии и Китая. Так сказать, чисто астрономическое явление, которому современники придавали духовный смысл. А я читал, в архивах Ватикана обнаружены манускрипты 8 века, в которых повествуется о караванах, шедших с востока для поклонения ребенку. Да. Фактов, подтверждающих приход волхвов на поклонение в Вифлеем младенцу, и без нашего свитка более чем достаточно. И с ними нельзя не считаться. Не помню, кто сказал первым, коллеги, но если верить фактам, хочется воскликнуть: Господи, верю, помоги же моему неверию. Я так и знала. До открытия мола остался 1 час, а декорации еще не готовы. Так, где режиссер, где администратор? Миша, где все? А я тут еще. Алло, администратор, это Анфиса Игнатьева. Срочно подойдите к главному дисплею. И режиссера найдите, пусть тоже подойдет. Да, это все, я жду. Миша, с подарками поаккуратнее. Не урони и не помни. Это для совета директоров. Анфиса, чувствую, что случится, что случится. Упаковка от Шанель останется вместо подарка. Что случится? Михаил, посмотри-ка, что с ним. Аккуратнее. Ну что, батарея села, фильм. Что? Батарея села? Я же просила. Ты кто, мой водитель или кто? Я же просила тебя. Ну, Физна, ну вчера заряжал, ну полная батарея была, сегодня утром проверял. Ну, вы же целый день фотографируетесь, ну селфи. Ну, какая же батарея выдержит-то? Целый день фотографируетесь. Рождество, Миша, можно сказать, главное мероприятие года. Ну что делать будем? Что делать будем, что делать будем? Генеральный сказал, чтобы был подробный фотоотчет, чтобы было все задокументировано. Ты понимаешь? Понимаю, да. Не ну да, а иди заряди где-нибудь селфи-палку. Ну да. Телефон оставь мне, пожалуйста. Спасибо. Анфиса Игнатьевна, вы меня хотели видеть? Хотела. Где режиссер? А я ей тоже сказала, она вот-вот должна подойти. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы режиссер сценки с Иисусом? Я. Хорошо, девушки, слушайте меня внимательно. Рождество – это важнейший праздник. И для нас он имеет очень важное значение. Вы это понимаете? Конечно. И почему он для нас имеет такое важное значение? Ну, Бог пришел на землю, как младенец родился. Вот мы и празднуем его рождение. Ну, Иисус, наш Спаситель, Он родился как младенец. Вот мы и празднуем. Правильно, родился, мы это знаем, но сейчас я не об этом. Вот вы, как администратор, что вы можете сказать? Почему этот праздник так важен для нас? Потому что в канун Рождества посещаемость нашего торгового центра увеличивается в несколько раз. Вот именно, уже ближе. А вы можете мне сказать... Сколько таких торговых центров, как наш, в городе? 5? Нет, 7. А 9 не хотите? И как вы думаете, что является самым главным рождественским номером в каждом моле? Не знаете? Сценка с младенцем Иисусом. И почему? Не знаете. Да потому, где сценка лучше, туда люди, скорее всего, и пойдут. И именно там оставят свои деньги. Теперь понятно? Ну, конечно. Генеральный дал установку, чтобы наша сценка в этом году была самой эффектной, самой гламурной, самой убедительной во всем городе. Заказана прямая трансляция. так что младенец должен быть как живой. Мария должна петь как Мэрайя Керри. 3 постановки в день. Утром, в обед и вечером. Понятно? У вас все готово? Декорации, костюмы? Да, с декорациями мы закончили. Декорации. А вот эскизы костюмов. Декорации ничего, впечатляют. А вот костюмы тускловаты. Найдите что-нибудь поярче. Актеров, я надеюсь, уже заказали? О, да, я попросила ребят из нашей церкви поучаствовать. Ну, как волонтеры, конечно. Волонтеры. А они справятся? О, конечно. Хорошо, хорошо. Пусть будут волонтеры, тем более это сэкономит деньги. Хорошо. Кто исполняет арию Марии? А у нас в этом году не ария, у нас в этом году просто колыбельная. Это не важно, кто петь будет, я спрашиваю. А, ну да, мы нашли девочку из самодеятельности. Она особо сильная, но очень душевная. Отставить самодеятельность, отставить самодеятельность. Я вам пришлю лауреата областного конкурса молодых певцов, девочка, восходящая звезда. Всего 8 лет, а поет, как Селин Дион, все плачут. Это именно то, что нам нужно. А, всего 8 лет? Да, а что? Ах, вы думаете, она справится? Она лауреат. Марию сыграть, это такая же непростая роль. Я бы, например, не смогла. Она сможет, она лауреат. Сможет. Итак, времени у нас осталось очень мало. Вы ищете костюмы, вы собираете актеров. За работу! Теперь встанем в широкий круг. השם המושיע, השם הבודד, השם הגואל, עמנואל. Имя спасения, прощения грехов. Иммануил значит с нами Бог. Имя спасения, прощения грехов. Иммануил значит с нами Бог. Превознесем святое имя Твое, имя того, кто нам надежду дает. Превознесем и прославим века имя Иисуса. Превознесем святое имя Твое, имя того, кто нам надежду дает, превознесем и прославим века имя Иисуса. Так. Стоим, держим паузу. Ручки не опускаем. Раз, два, три. Опустили теперь. Ну что, молодцы. Теперь точно так же сегодня вечером на выступлении. Все, бегом за кулисы. Бегом. Здорово. Ириш, как ты думаешь, понравится твоему менеджеру? О, я очень надеюсь, что ей понравится. Ну хорошо. Но только костюмчики, пожалуйста, поярче. Хорошо. Очень интересно. И кто это у нас такой? Шалом алейхум. Мое имя Мисах, женщина. О, какой типаж. Браво. Пожалуйста, продолжайте. О, женщина, у меня есть очень важная новость. Отведи меня к старейшину вашего селения. Мне есть что ему сказать. Я не узнаю вас в гриме. Кто вы? Брэд Питт? Нет. Марчелло Мастроянни? Нет. Вы наш известный актер Миша Апанасов. И по совместительству мой водитель. Следуйте за мной, Мастроянни. Женщина, подождите. Женщина, подождите. Подождите, женщина. Нет, у нас все в порядке. Пошел заряжать селфи, а по пути на него сошло вдохновение, и он решил стать звездой театра. Ну, я, конечно, сама сказала, собирайте актеров, но нельзя же, извините, хватать всех подряд. В конце концов, они меня без водителя оставили. Женщина, я не понимаю вас, но ты и весь род твой должны знать. Родился он, кого все так долго ждали. Сам ангел Господень явился и сообщил нам это прошлой ночью. Вау, а у тебя действительно неплохо получается. Миша. Мисах. Мисах? Да, мое имя женщина Мисах. И он сказал нам, ангел Господень сказал нам, не бойтесь, я принес вам радость для всех людей. Радость, которая принесет ликование всем людям. Да, и что-то он еще сказал. Да. Он сказал, вы найдете младенца в необычном месте. Он будет лежать в хлеву. Младенец, завернутый в пелены, в яслях. Младенец, завернутый в пелены. А как же, и ясли есть, и людям весело. У нас все по сценарию, причем 3 постановки в день. Утром, в обед и вечером. Каждый день, и так с Рождества и до Нового года. Так вы уже знаете о Рождестве. Конечно, наверное, кто-то из моих друзей уже сообщил вам. Друзей, знаете ли, Аль Пачино. Ваше перевоплощение я еще как-то переживу. Но вот насчет ваших друзей очень сомневаюсь. пойдемте, там уже все репетируют. Нет, у тебя действительно хорошо получается. Шалом алейхим, уважаемый. Это вы ко мне? Вам, вам. Похоже, вы заблудились. Да нет, я, в общем-то, шел в гараж селфи зарядить. Харадж! О, как я вас понимаю. От этих налогов никуда не деться. Скажите, уважаемый, а вы не из звездочетов будете? Ну, те, которые за звездой в Вифлеем пришли. За какой звездой? На них тоже были пристрадные одежды, вроде вашей. Это они пришли поклониться младенцу Иисусу. А можно я и вас нарисую? Как вас зовут? Миша Апанасов. Мойша Ибн Панас? О, какое хорошее имя у вас, чужестранец. А я Казик Бармалевич. Можно просто Казик. Ужасно люблю рисовать. Раз вы с ними пришли, я вас возле них и нарисую. Уважаемый, вы повернитесь немножко. Да-да-да, вот так, вот так. Жезл в руку возьмите, возьмите. Вот, вот так и держите. Вот так и держите. А Малевич вас намалюет. Сейчас я вас нарисую и подзарядимся. Вы же из Вифлеема идете. Как вам наш городишко? Да я, в общем-то, из мола шел. А там народу, видимо-невидимо. И не говорите. Народу к нам подоехала тьма тьмущая. Яблоку негде упасть. Кого здесь только нет. Перепись, понимаете ли. Но больше нас всего удивили пастухи. Прибежали посреди ночи в город. Сами не свои. По улицам бегают. Народ будет. Говорят, ангелы им с небес возвестили. Мол, сбылось пророчество. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. А головой не крутите, пожалуйста. Ну, народ и побежал посмотреть. А Иосиф с Марией, у которых младенец-то родился, в хлеву ночевали. Мест в гостинице тогда было ни за какие деньги не достать. А теперь вот волхвы с востока пришли. Целым караваном прибыли. Говорят, царь царей родился, Мессия, Спаситель мира. Странно как-то. Царь и в хлеву. Кажется, нарисовал. Посмотрите. Похож? Вроде, да. Знаете, что я вам скажу, уважаемый? Вот сейчас все бегают, волнуются. Мол, сбылось пророчество. Спаситель родился. Мессия. А пройдет время. Кто об этом помнить будет? Люди! Есть люди! Впрочем, и нам с вами, чужестранец, ничто человеческое не чуждо. Пришло время, как вы там сказали, подзарядиться. Сейчас, чужестранец, найду свою питу, и мы с тобой подзарядимся. Вот она, сейчас я тебе дам попробовать. Интересно, 8 лет. Марию сыграть. Я не буду прежней больше никогда. никогда. Знаю я, любовь твоя спасет. Знаю я, в Вифлеем голос твой зовет. Я с песнею от сердца к тебе иду, Иисус, слезами омывая, тебе я поклонюсь. Пойду дорогой в Вифлеем, словно мудрецы за звездой своей. Слышу, как зовешь за собой меня. Я не буду прежней больше никогда. Знаю я, любовь твоя спасет. Я пойду дорогой в Вифлеем, словно мудрецы за звездой своей. Слышу, как зовешь за собой меня. Я не буду прежней больше никогда. Знаю я, любовь твоя спасет. Знаю я, Вифлеем голос твой зовет. Знаю я, любовь твоя спасет. Знаю я, голос твой меня зовет. Я пойду дорогой в Вифлеем, словно мудрецы за звездой своей. Слышу, как зовешь за собой меня. Я не буду прежней больше никогда. Я пойду дорогой в Вифлеем. Классный костюмчик. Женщина, постойте, нам всем надо рассказать. Все люди должны узнать, что он родился. Ох, Миша, ты мне определенно начинаешь нравиться. Если бы у нас все так работали добросовестно, как ты в роль входишь, наш торговый оборот увеличился бы в 2 раза. Мессия пришел, Спаситель. Сейчас все будет по-другому. Израиль будет свободен. Наступит мир. Да что Израиль? Весь мир будет благословен через это. Ты понимаешь, женщина, шалом наступит во всем мире. Шалом во всем мире. Из вашего сценариста хороший бы сказочник получился. О, женщина, не говори так. Сам Бог обещал нам через пророков, что когда Он придет, все будет по-другому. А что? Ну что по-другому, перевоплощенный вы наш? Что по-другому? Я, конечно, человек не религиозный, но историю эту читала и знаю. Какую историю? Да было дело. Было обещано, что придет Он, как вы говорите, Мессия. У нас его просто Иисусом называют. И спасет всех, и что люди лучше станут. И вечную жизнь обещал. Ну да, вечную жизнь. И что? Да ничего. И кто сейчас помнит о нем? Столько времени прошло. Люди, Мессах, есть люди. Они живут своими проблемами. Им некогда о вечной жизни мечтать. А ведь так хотелось в это поверить. Уважаемые покупатели, поздравляем вас с Рождеством. Приглашаем всех на рождественское представление, которое начнется через 5 минут в центральном зале на 3-м этаже, справа от эскалатора. Им Бог велел отправиться обратно, иным путем, не тем, которым шли, протоптанным, знакомым и приятным, приведшим их к Спасителю земли. Вот мудрость Божья, что ни слова тема, пришли колено преклонить перед Христом, но после Вифлеема ничто уже не может прежним быть. Перед Христом, но после Вифлеема ничто уже не может прежним быть. Вот так и мы, хоть мудростью не блещем, и нет у нас особенных даров. Мы не пророки, снов не видим вещих, но путь наш так похож на путь волхвов. Ища во мраке истину и Бога, мы шли путем каким-то Вифлеем. У ног Иисуса кончилась дорога, и мы в слезах к ногам припали тем. У ног Иисуса кончилась дорога, и мы в слезах к ногам припали тем. Там получили радость и прощение, там Дух Святой сердца нам возродил, наполнил миром их, благоволением. И новый путь пред нами Он открыл. Уже не тот знакомый, как поэма, что в детстве мы сумели заучить. А новый путь, ведь после Вифлеема уже ничто не может прежним быть. на новый путь, ведь после Вифлеема уже ничто не может прежним быть. Уже ничто не может прежним быть. Рассаживайтесь, детки, рассаживайтесь, вы знаете, где садиться. Да, давайте, садитесь, рассаживайтесь, умнички. Садись. А где лауреат наш? Где ж наша звезда-то? Ну, опаздывает, как всегда, звезды. Ирочка, подмени звезду. Я? Ну, подмени, пожалуйста. Ну, давай. Ну, спасибо, Ириш. Свет звезды в глазенках моего ребенка осветил дорогу мудрецам и пастухам. В чем же тут секрет? Кто зажег тот свет и всех привел к младенцу, что принес спасение нам? Ты, как все, или ты тот, кого земля так долго ждет? Ты, дитя мое, и сердце радостно поет. Подарила ли тебе жизнь, чтобы людям ты служил? Правда ли, что небо на моих руках лежит? Что ты плачешь, крошка? Что тебя тревожит? Почему ручонкой ты вцепился в прядь мою? Видишь эти тени в ночь твоего рождения? Ангелы на небе песню в честь твою поют. Ты, как все, или ты тот, кого земля так долго ждет? Дитя мое, и сердце радостно поет. Подарила ли тебе жизнь, чтобы людям ты служил? Правда ли, что небо на моих руках лежит? Силы и Эммануил, Бог с нами, Иисус Бог спасает. Но все правильно, все сходится. Сам Бог пришел, чтобы спасти нас, людей. Уважаемый, вам неплохо? Шалом алейхим, чужестранец. Простите, я не знаю вашего имени. Меня зовут Миша. У вас все в порядке? Шалом алейхим тебе, чужестранец Миша. У нас большой праздник, мы дождались. Вот уже 400 лет, как земля не видела пророка. Но вот мы дождались. Извините, а чего дождались? Пророк какой появился, что ли? Лучше, чужестранец, гораздо лучше. Всевышний проявил великую милость к нам, ныне живущим смертным и грешным. Ныне царь явился нам, Мессия. Что, в Израиле правительство поменялось? Давай я расскажу тебе все по порядку. Ты, видно, издалека и не знаешь, что здесь происходит. Почти 800 лет назад пророк Исаия сказал: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Ну, то есть Бог с нами. Так вот, чужестранец, вчера ночью ангел явился нам, когда мы пасли овец, и рассказал, что дева родила. И ангел привел нас в хлев в Вифлееме, к младенцу Иисусу. И тут мы вспомнили пророчество. Ибо младенец дан нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Послушайте, мне звучит все это очень знакомо. Вы случайно о рождении Иисуса Христа говорите? В твоей стране уже знают о Рождестве Христа? Ха! Да вы знаете, у нас в Costco и в Волмарте с ноября месяца все полки заложены рождественскими подарками. Вся страна на ушах стоит из-за этого Рождества. Сносят все прилавки в магазинах. Ну, в смысле, подарки покупают. Чудно и непонятно ты говоришь, чужестранец. Но у тебя благословенная страна, раз там уже все знают о Рождестве. Почитают Бога и сносят прилавки в чудном Costco, чтобы купить подарки и возложить их у ног Спасителя нашего Иисуса. Ну, почитают, скажем, не все. И подарки, в общем-то, не для Христа. Знаете, дяденька, вот вы говорите Мессия, Христос, а мы как-то все это намного проще воспринимаем. Ну, родился, так сказать, ну... Пришли все, подарками обменялись, пару дней отдохнули, ну, праздник, в общем. Главное, чтобы всем весело было. О, достопочтенный Миша, послушай простого пастуха, которому посчастливилось увидеть это чудо. Сам Господь сошел на землю, как младенец. Ты слышишь, чужестранец Миша, это родился тот, кто прощает нам наши грехи и дает нам жизнь вечную. Жизнь вечную? А кому нам-то? Всем! Всем, кто поверит в него! И мне? Да, чужестранец, Бог сам пришел на землю, чтобы спасти тебя, Мишу! Поверь! Если честно, я никогда так о Рождестве не думал. Послушайте, уважаемый, так это же невероятная новость! Это же много чего меняет. Мне бы теперь домой добраться, да рассказать друзьям моим. Вот они удивятся. Будь благословен, Миша, твоя семья и твоя чудесная страна. Ты знаешь, я ведь старший менеджер второго по величине торгового комплекса в городе Месах, ты понимаешь? У меня много человек в подчинении. Извините, госпожа, я неуважительно вел себя. Простите меня, я простой пастух, но я должен был рассказать про него, понимаете? А ты знаешь, что мне генеральный на последнем заседании сказал, а? Так и сказал, я вас... Анфиса Игнатьевна, вижу членом совета директоров. Ты понимаешь, Месах, членом совета директоров. Всевышний благословил тебя, весь дом твой, госпожа. Да, благословил, наверное. Только, знаешь, Месах, мира нет. В сердце мира нет. Что этот твой Мессия обещал? Шалом и жизнь вечную. Я бы все отдала, только бы это была правда. Но, госпожа, это правда. Я видел ангела, и ангел сказал мне. Месах, пора уходить, мол, закрывается. Сегодня был тяжелый день. И ангел сказал, родился вам Христос, Господь, Мессия, госпожа. Он покой принес. В эту ночь стало небо открытым для всех. И для тех, кто искал искупления, прощения за грех. Божий Сын, как подарок, родился на этой земле, на этой земле. А мы опять распинаем Его на кресте. А может быть, ты не знаешь о том, кто в хлеву был рожден и царем наречен. Он победил и сомнения, и страх. Он принес нас к Отцу на распятых руках. Может быть, для тебя это просто лишь звук. Может, ты сможешь жить без любви, без веры, мой друг, мой друг. Просто знай, что всему на земле уготован конец, уготован конец. И поверь, в том младенце покой для разбитых сердец. А может быть, ты не знаешь о том, кто в хлеву был рожден и царем наречен. Он победил и сомнения, и страх. Он принес нас к Отцу на распятых руках. А может быть, ты не знаешь о том, кто в хлеву был рожден и царем наречен. Он победил и сомнения, и страх. Он принес нас к Отцу на распятых руках. Сомнения и страх. Да, либо это продолжение фильма «Иван Васильевич меняет профессию», либо я схожу с ума. Съемочной группы вроде не вижу, да и чувствую себя как-то вроде адекватно. Галлюцинаций вроде тоже как-то не было. Странно все это. Так, знаешь что, друг Миша, соберись и разложи все по порядку. Окей? Зашел в лифт, вышел в Древнем Израиле. Просто машина времени какая-то. Потом тот странный художник со своими рассказами. Вифлеем, перепись, Иосиф, Мария. Но вот тот другой, пастух, который... Вот он точно озадачен. Вроде простой человек. Да и казалось, чему эта древность вообще может современного человека научить? А я цивилизованный теперь я не знаю, что мне со всем этим делать. Как это он там сказал? Когда Христос родился, это сам Господь пришел на землю как младенец, чтобы пострадать за наши грехи, а нам дать жизнь вечную. Ну да, так и сказал. Ты, говорит, Миша, можешь получить вечную жизнь, если поверишь, что Христос умер за твои грехи. Даже в голове не укладывается. И сколько раз я отмечал это Рождество, сколько подарков дарил, сколько мне подарков дарили. Но чтобы вот так Бог из-за меня пришел, такого, извините, подарка я и представить не мог. Из-за меня. Ох, как хочется в это поверить. Господи, помоги. Прошу тебя, коснись меня, в тебе, Господь святой, нуждаюсь я. Всего себя хочу отдать и с тобой летать. Небо ближе отпусти, я коснусь его, дотянусь до облаков и воспарю. Небо, небо опусти, я коснусь его, мне не нужно больше ничего. Мне не нужно, Боже, больше ничего. Хочу дышать тобой. Небо ближе опусти, я коснусь. его, дотянусь до облаков и воспою. Небо опусти, я коснусь его. Мне не нужно, Боже, больше ничего. Мне не нужно, Боже, больше ничего. Ой, кажется, дом. Ну точно, вот он. Все по-настоящему. Ой. Миша, когда ты успел переодеться? Анфиса, ну, да что там? Я вам сейчас расскажу. Вы знаете, где я был? Что увидел? У меня слов нет. Это просто было что-то необычайное. Найдут коварный враг в поисках ночью и днем младенца и всех тех, кто знает о нем. Но тщетно пытаются все силы тьмы. Примем спасение в нем мы. Изменит мир наш. Изменит мир. мы возвещаем вам великую радость. Ныне родился вам в городе Давидовом Иисус Спаситель. Ну вот мы и прошлись по памятным местам Вифлеема, Ванкувера. Но все праздники имеют странное свойство. Рано или поздно они заканчиваются. А почему, собственно, нам нравятся эти праздники? Наверное, у каждого из нас есть свои причины. Их много. Мы встречаемся с родственниками, с друзьями, вместе проводим время. Праздники всегда много хорошей еды. Я думаю, многие из вас уже в этом успели убедиться за прошедшие праздники. Поскольку все главные праздники совпадают с выходными, у нас есть особая возможность, да, такая хорошая возможность просто отдохнуть и просыпаться не тогда, когда надо, а тогда, когда хочется. И заняться тем не то, что надо, а то, что нам нравится. Правда ведь? Но, пожалуй, одна из главных причин, почему мы любим праздники, это возможность забыть. Забыть о проблемах нашей жизни. Забыть хотя бы на пару дней, хотя бы на одну ночь. Ведь проблемы есть у каждого человека, правда? Проблемы на работе, иногда проблемы в семье, иногда проблемы в отношениях с другими людьми, с друзьями, близкими. А во время праздников так хочется собраться вместе. Но иногда не получается, мешают старые обиды. Нам хочется всех простить, и хочется, чтобы нас все прощали. Но часто это очень трудно сделать, правда? А иногда случается так, что уже слишком поздно. И некого прощать, и не с кем мириться, и не у кого просить прощения. Трудности существуют не только в жизни каждого из нас, но, в принципе, человечество в целом. Да? Если по отдельности каждый из нас подумает, мы никто не хотим воевать, но в целом в мире не прекращаются войны. Стоит включить телевизор на 5 минут, и мы увидим, сколько горя, сколько боли, сколько проблем вокруг, сколько несправедливости вокруг нас. И близко, и далеко. Миллионы беженцев, голод, болезни. И вот мы пытаемся решать иногда эти проблемы. Иногда у нас получается. Но чаще всего нет. И мы чувствуем собственное бессилие, признаемся себе. Как бы мы ни хотели избавиться от этой боли, несправедливости в этом мире, у нас не получается. И, наверное, какие-то проблемы так и останутся неразрешенными. И мы никогда не почувствуем себя в полной безопасности, полностью счастливыми. И вот приходит Рождество. У нас есть несколько дней, когда наши проблемы уходят на второй план, исчезают, мы о них временно забываем. Но Рождество – это особенный праздник. И смысл этого праздника не в том, чтобы дать нам передышку от наших проблем, не то, чтобы мы забыли о них, а в том, что Бог, зная о наших проблемах, решил нам помочь. И самое главное — понять, как Он это сделал для нас. Понять, что приход Иисуса на землю, Его рождение — это и есть ответ Бога на все наши вопросы о непрекращающемся зле на земле, об этих всех болезнях, проблемах, голоде, страхе. И мы понимаем, чтобы решить все эти наши главные проблемы, мы должны измениться. Мы должны измениться, но мы не можем этого сделать. Поэтому и пришел Сын Божий на землю, чтобы сделать из нас новых людей. Заметьте, не подремонтировать нас, не изменить что-то в нашем характере, а именно новых людей, которые не способны на зло, которые умеют любить друг друга. И Он пришел, чтобы спасти нас от наших грехов, дать нам новую жизнь. И это звучит для нас как огромная надежда. В Евангелии от Иоанна записано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Не чтобы осудить мир, но чтобы в Нем мы нашли спасение. И настоящая вера, она приходит тогда, когда мы полностью понимаем, что Бог сделал для нас. Мы понимаем, как рождение Иисуса Христа помогает нам лично. Другими словами, рано или поздно мы, каждый из нас, должны стать на дорогу с указателем Вифлеем. И эта дорога Вифлеем неминуемо приведет нас к младенцу, который родился в грязном хлеву. Царь и Творец всей Вселенной и в грязном хлеву. И тогда мы становимся перед выбором. Принимаем ли мы Его как Царя? Да или нет? Это наш выбор. Да или нет. Третьего нам не дано. И каждый человек встает перед этим выбором. Мы знаем, что после рождения Христа к Нему пришли мудрецы с Востока. Из далекой-далекой страны, и не было тогда ни самолетов, ни машин, ни вертолетов. И проделать этот путь было очень тяжело и трудно для них. Но несмотря на все эти проблемы, они решили для себя: мы пойдем и поклонимся Царю. Они сделали свой выбор. В это же самое время другой человек получает такую же информацию. Царь Ирод Великий правит Иудеей, и он узнает, что родился царь иудейский, новый царь. И он, который перед этим убил 3 своих сыновей, огромное количество других родственников, которые претендовали на эту власть, отвечает на этот вопрос по-другому. Он высылает бойцов, которые пойдут в Вифлеем и убьют всех младенцев в возрасте до 2 лет, чтобы не было никакой возможности у Иисуса остаться в живых. Какие 2 разные реакции, правда? Какие 2 разные реакции на одно и то же событие. Одни с любовью приходят преклониться пред Ним, другие готовы на убийство, только чтобы его не было в их жизни. Дорогие друзья, и у нас тоже есть этот выбор. У нас тоже есть этот выбор. Сегодня, когда мы услышали о рождении Христа, мы должны его сделать. Он наш Царь, или я остаюсь царем своей жизни? Я склонюсь перед Ним и приму Его царствование, и Его спасение, и вечную жизнь, обещанную им. Или так и останусь во своих грехах, и так пойду в вечность, где скрежет зубов и вечная боль. И знаете, в жизни каждого человека, многих людей, на протяжении всего человечества, кто-то приходил к кому-то и говорил о рождении Иисуса Христа. К пастухам пришли ангелы и объявили им об этом. В другие века другие люди приходили. Сегодня мы приходим к вам и говорим: возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне, сегодня, ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». С Рождеством Христовым каждого из вас. Давайте мы склоним наши головы, проведем небольшое время в молитве. Господь, мы благодарим и славим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты не пожалел своего Сына и отослал на землю. Ибо Ты так возлюбил этот мир, что послал Его в этот мир, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы молим и просим Тебя, Господь, рассмотри наши сердца, что в них, тьма или свет. Если там тьма, и мы не знали Тебя, Господь, я прошу об этих людях, о каждом человеке, чтобы сегодня они сказали: «Иисус, Ты мой Царь, войди в мое сердце». Если мы знаем Тебя, Господь, слава Тебе, и мы просим Тебя, укрепи веру нашу, чтобы в этом темном мире мы могли быть светом. Господь, славится имя Твое в этот чудный день Твоего рождения. Все дары, вся слава Тебе, наш любящий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Держал обещание свое, посты ты наш, все, что надо, даешь. Слава Иисусу, Бог наш Господь, свято имя Твое, только оно нам спасение дает. Радость и веру мы в нем обретем. Слава Иисусу. Спасение, прощение грехов, Иммануил, значит, с нами Бог. Превознесем святое имя Твое, имя того, кто нам надежду дает. Превознесем и прославим века имя Иисуса. Превознесем святое Твое, имя того, кто нам надежду дает, превознесем и прославим века имя Иисуса. Ты хоть один снимок сделал в Вифлееме? К сожалению, палка селфи умерла. Никто не поверит нам. Главное, чтобы мы поверили. Свята та ночь, хвалы песня звучит, и сердце ее сохрани.